Первое – это внимание. Пример очень простой. Придите к начальству, если вы работаете, и начните ему что-то там тараторить, не обращая никакого на него внимания. Он тоже выгонит. Внимание – первое условие. Второе, конечно, благоговение должно быть. Мы обращаемся все-таки к Богу. И, наконец, когда мы говорим «молитва», то есть, значит, мы молим о чем? Покаяние должно быть. При этом святые отцы как настойчиво советуют, если можете, не просите ничего у Бога. Он знает все ваши нужды. Он же вездесущий, он же любовь. Он готов все дать. Просите одного. Господи, да будет воля Твоя. Я верю, что Ты любовь. И что Ты дашь мне все, что мне действительно наиболее полезно и нужно. Очисти душу мою, прости мне за грехи мои. И тогда по мере вот этого покаяния, если хотите, вот этого смирения перед Богом, Господь решит множество наших проблем.